цветная вода. В пятницу бобруйские теплосети проведут профилактическую работу. В сетевую воду добавят специальный краситель. Вещество поможет специалистам найти несанкционированные утечки из трубопроводов, теплотрасс и определить плотность подогревателей горячего водоснабжения. Краситель безвреден для здоровья. В случае появления цветной воды из-под крана жители просят обратиться в энергослужбу. Телефоны на вашем экране.